8 миллиардов 160 миллионов рублей планируется выделить из федеральной казны в 2025 году на создание межвузовского студенческого кампуса в Уфе. Такая сумма заложена в проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Планируемая сумма для Башкортостана – самая крупная из бюджетных ассигнований регионам на эти цели. На втором месте Нижний Новгород. 5 миллиардов 400 миллионов рублей заложили на создание IT-кампуса. Тройку лидеров замыкает Южно-Сахалинск, которому планируют выделить 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Средства направят по федеральному проекту создание сети современных кампусов нацпроекта «Молодежь и дети». В Башкортостане кампус возводят по концессионному соглашению. Объем вложений оценивается в 27 миллиардов рублей. В июле проект строительства главного здания кампуса в Уфе прошел госэкспертизу. Его планируют открыть в 2025 году.